Помните байку про еврея, который прощается, но не уходит, в противовес англичанину, покидающему благородное собрание, не попрощавшись? Примерно так ведет себя Армения, пребывая в членах ОДКБ и постоянно угрожая оставить этот союз в пользу евроинтеграции. Руководство республики давно и безапелляционно дало понять, что организация, призванная работать во имя коллективной безопасности своих участников, с обязанностями не справляется, а потому в понимании армянского общества ОДКБ, это зимнее солнце, которое светит, но не греет. И поэтому Армения еще в феврале заявила о заморозке своего членства в ОДКБ, и отказалась вносить членские взносы на фоне своего недовольства. А премьер Армении, выступая в парламенте, также не исключил, что Ереван в дальнейшем может покинуть ОДКБ. И сколько бы российский МИД и его чиновники от имени организации не пытались растолковать армянам пределы своих возможностей применительно к сорока четырехдневной войны и однодневной локальной операции в Ханкенде, из-за чего, собственно, и разгорелся сыр-бор, соседи наши смертельно разобиделись и порешили все же покинуть ставший вдруг негостеприимным ОДКБ. Однако Армения, как вышеупомянутый условный еврей, каждый раз напоминая себе и окружающим о том, что организация договора о коллективной безопасности просто-напросто поматросила и бросила, уходит как-то нерешительно. Мол, все слышали, я ухожу, меня французы ждут, американцы улыбаются, безопасность гарантируют. Оно и понятно, ситуация для выхода складывается как никогда удачно. Но что делает Россия? А она делает вид, что ничего не происходит. Даже наоборот, как будто бы надеется, что все само рассосется. Вот и сегодня на полях заседания Совета министров иностранных дел СМИ К.Б. в Алматы генсек организации Монголита Смагамбетов заявил, что все наши обязательства перед Арменией сохраняются а вопрос членства в ОДКБ является суверенным правом и решением страны. При этом, Генсек выразил надежду, что Ереван официально прояснит свой статус, так как страна все еще остается союзником организации. Но что ж это за союзник, который не посчитал нужным прислать своего представителя, в данном случае Арарата Мерзаяна, на СМИТ в Алматы? Тогда к кому обратился Генсек? Неужели к министру Лаврову? Сергей Викторович в этой связи отметил, что Ереван ранее не отправлял ОДКБ официальных документов для того, чтобы члены организации обсудили возможные последствия ухода Армении. Более того, процедура выхода республики из ОДКБ не обсуждалась и на сегодняшнем СМИТ в Алмате, такого запроса не было, добавил глава МИД РФ. Что ж это получается? России нужно письменное, официальное подтверждение того, что с ней жить не хотят. Мол, пока мы соединены печатью, ни о каком разводе и речи идти не может. Понятно, что маленькая Армения не собирается раздражать большую Россию, а потому процедуру выхода из ОДКБ растянула на необозримое будущее. Для суеты и резких телодвижений у соседей недостаточно французских бастионов и сезаров, не говоря уже об отсутствии боеспособной армии и французских гренадеров на ее пока не демаркированной границе. Ясно и то, что выпускать Армению из своих крепких союзнических объятий России не желает, а потому и не торопит Ереван с окончательным решением. Но эти взаимные хитрости не исключают самого главного, Москва Армению потеряла, она ее проиграла. Когда Пашинян заявил о том, что следующим логическим шагом после замораживания своего участия станет выход Армении из блока, в МИД РФ ответили, что никто в ОДКБ не держит силой других участников, если есть о чем заявить, пусть заявляют открыто и прямо. Бог с ним, с блоком, почитаем свежую прессу. Лидер партии во имя республики Арман Бабаджанян устроил политический перформанс в наце собрании. На слушаниях по вопросу референдума о подаче заявки на вступление в ЕС ярый сторонник европейского вектора несколько раз помахал калошей, представив его как символ регресса, а затем вывесил флаг ЕС на трибуну.